Давай. Подожди, стой. Вот, сейчас стой, даже ничего не делаю. Это стримка. Забей кастом. 4 секунды. Кастринг. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Приодёт? Ну, 3. 3. Ну-ка, давайте рсалом попробуем. Закинь рсалом мне. 3, чуть, ну, 3,5 где-то, ебать. Блять, ну, да, ну-ка, сбей еще раз, косни. Блять, еще. Слава, а что ты там стримишь, блядь? Ну, стой, стой, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Откатился на сбивание? Все, ебать. Ебать, да. Все соки ты продались. Ау. А. Помнишь, я то с тобой сидел, говорил, что... Или с кем я сидел? Или с Тох... Не, с тобой. Я говорю, куплю соки ты по приколу, блядь. Типа, просто готовый, блядь, с аукциона. И сделаю камни и попробую продать. Прости, я просто не уведусь. Я купил, получается, камушки... Камня ночи, осколки, понял? По 240 рублей. Я сниму. Получилось, грубо говоря... 200 голды сокет. Ну там что-то 1000... Ну да, 1200. А попродавал я их... Я в ДК играю. Половиной, блядь. Мне кажется, еще один гриб. Да, это вот эти. До креста. ДД на контракты 245+, есть желание? Давай, я сейчас грипну, осторожно, с пером. Все нормально. Не-не-не. Ебать сало голда. Блядь, ебать роху. Я не могу до креста прожить. Дикое замедление от ДК. Ой, хорошо, заморозил. Ты меня поедешь, что ли? Ага, давайте. Получается, разъебанный, мразь. Нам повезло. Если бы я заморозился, он меня гриппнул, не приморозил меня. Ну, видишь, он тоже поздно нажал. Ой, давай еще раз. Так. Давай, без трини, ой, без шеи. Дай сало. Да, закидывай мне сало. Блядь, ну непонятно, ебать. По-моему, то же самое. Ну-ка, каз бей. Дай отказ. Ну-ка. Дай. Каст. Ну смотри, на каст работает, то есть тринка. На сало нихуя. Закинь, сейчас стой. А что за тринка? Блядь, ой, не тринка, шея. Подожди, дай почитаю. Устрашающих, лишающих речи эффектов. Лишающие речи эффекта, это что у нас? Сало. То есть, ну да, на сало не работает, а на сбивание кастов работает. Ну-ка, да, она, видишь, она не суммируется, видимо, с твоей. Да. Типа, да. У тебя стало как 3 секунды будет, так и будет 3 секунды. Да. А сбития коста у тебя нету, типа. По косту, типа. Блядь. Не попал. Ну вот стой, сейчас без тренинги, дожди. Блядь, я хомбать. Блядь, я из комбата выйду. Я хомбать просто. Блядь. Подожди. Ну-ка сбей. Ну да, 4 секунды. Ну, на каст работает. Ну ты думаешь, типа есть профиль? Ну одна секунда на каст, это ну как бы есть. Это сильно, да. Это как бы дохуя. Тогда прикинь, на одну секунду ты быстрее начнешь хилиться. Да. О, он совел за этим бомжа проебали. Сука. Ну ладно, не понял. Гриппнем. Кого? Я фермал.
Чехол потеряешь. Клапан тайвера. Я как же себе не хочу в контагре, что это такое? Я ни одну ловушку не поймаю, если в контагре. Так, а у нас завтра шоу, бля, кара и игра. Да, я сало даю. Лосы, 10 секунд стою. Я встань и стою. А сейчас проведем. Да, не умнишь. Ну, я сейчас стою. Я говорю, лос, я стою, встань. Ты побежал на 7 уровней. Нет, лосы мне дают ход 6 секунд. Понятно, минус 20. Зачем мы против... Зачем мы против контов играем, блядь, на центр арены, ебать? Тебя чел выводит, а ты батишься просто, блядь. Я ничего не могу сделать. Просто иди бей пала, ебать. Похуй, он не дамажит на ханте, я тебя прохилю, блядь. Бей пала, пал тоже выбежит на центр. Нет, блядь, выбежит на ханта. Бей пала, грипп и ханта, ебать. Ну то, что ты бегаешь на центре, от никому, блядь, от этого нахуй лучше не станет, нахуй. Что? Ну, он дал мне первую ловушку, я должен тренковать ее по любасу, нахуй. Он мне дает вторую, и ты один хуй на центре. Нет, я вот не мог не тренковать, я не зыб куда-то. Короче, все равно ты лох, ебать. Ты же нихуя себе холи пал, у которого 37 тысяч маны, блядь. Че захапал? Ты хуй его знает, блядь. С экзистенсов какой-то. Блэк дох. А. Вот почти весь шмот, ну вот реально там 80% шмота в хаст крит. Или хаст МП5, там хасты я ебу, блядь, сколько? 1000, блядь. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Чё, Энзо убили Алгона? Ну, Энза Лагалуна вроде один раз убивали. Нет, там на сайте убил. 8-18. Или что у нас? Сегодня? Сегодня убили? Ну, пусть. Сегодня 8 месяц, 17 число. А, сегодня убили. Ебать бомжа. Ебать бомжа. А когда? Типа только что? Ну, типа сейчас. Ну-ка, Егорыч, ты в сети? Ну-ка, проверь на сайте, я не могу ли там. Ты мне скажи, как пройти, я посмотрю. На сайт заходишь? Да. PvE Progress. Статистика, да? Да, там PvE Progress. И что дальше? Ну. Выбирай сервер X4, дальше. Не-не, последние киллы. Открывай последние киллы. 4. Посмотри, час назад там, например. Убивали? Сейчас, погоди. ПВЕ прогресс открыл, а дальше что? Где тут последние киллы? Там последние убийства должны быть, типа. Прогресс мира, прогресс гильдии, топ гильдии по времени, последнее убийство. Вот это оно? Да, да, да. Есть такое. Что тут? Посмотри последнее. Гидра, ну это 25 гидра. Так надо сервер выбрать, X4, блин. Да, да, да. ГГВП, Фрея, блядь. Так, Калагар, Тоген, Левиафан, не вижу этот Алгалона, блядь, давай вниз листать. Блядь. А, это мы, чё, это... Ну, за два часа, типа, такого тут нету, блядь. Ну, за как он гриппнул, блядь? Ой, блядь, не гриппнул, я точно не снял. За минут. Паладин из топа. А ПВ должен играть в паладин? Да. Я репит поймал. Я сейчас выйду, тебе дам сало. Дам купол. Сейчас. О, нихуя. Плечо, ткань с критом хостой, блядь. Какой-то... Там два сокета. Нихуя себе.
Да, там хорошее есть плечо. Да ебать он хилец. А что это за сет такой, нихуя? Ну, там бонус дает с этого дерьмо, но поменять, самые бонусы хорошие. Это хорошо. Где, ну, в ниже топе? В узилище. В узилище. С ласта, да, который падает? Ага. Ну, там сет дает типа говно. Две шмотки меткость, 3-4 шмотки, блядь. Шанс увеличить силу заклинания на 110. Вообще, как бы, ну, прикольная хуйня. Я имею в виду конкретно за плечи. На хаосе я тоже такие выбил, да? Дай убить, мразь. Бой еще такой. Чего, там РБК позакрывали уже фул? Да, двух чаров. Семерочек. Ну как, блядь, мне даже интересно стало, когда меня убили. Хотя да я не нашел, блядь, я вот листаю, нету тут. Да, за день, типа, ну там, типа, первое число ты же месяц показывает. Да, первое сегодня убили, а когда? Типа, час назад или что? Или на сайте, типа, не показывает? Ну я его тоже, сори, сейчас... Алгалон наблюдатель, 20 часов назад, они его убили в 00.05, сегодня, получается, 5 минут, как началось сегодня. А. Нет. Да ну ебать, ну у них люди в гильдии есть, ну дохуя, он 233-х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Блядь, в таком гире, блядь, и не убивать нахуй. А ты можешь на ромашку зайти, может он был? Типа, может, килл есть? 8, потом 32-х, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ебать там овергир, блядь. 31-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там, блядь, фулл рейд, нахуй, 230. 21 человека насчитал, это те, кто, блядь, 231, 232, 233. Потом 230-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, блядь. Ебать там овергир, бля. Тут, блядь, пол гильдии одеты, грубо говоря, блядь, 230. Причем тут у них люди одеты. Рога заряженный, лок один, лок второй, блядь, маг 233, блядь. Ну, типа, блядь, классы, которые вливают десятку, блядь, сейчас бы нахуй не убивать, блядь. У них он комбат, блядь, 233, блядь, стриняй с Калагарда, стриняй с острова, блядь. Да, он, наверное, не дамажит вообще нихуя. 2-4, блядь, убили Алгалон. Ластового выиграем и все. Да, ластового выиграем, что вот эти 5. Элем 2-4, блядь, понимаю нахуй. Маг 2-4, блядь. Байтам овергир, блядь, вообще пиздец. Лок 2-4, да, блядь, с таким ДПСом, блядь, не убивать нахуй. Все, сейчас отдохнуть, но первых подыграем, блин. Ну все, давай их ебем. Я, блядь, не знаю, я ретрика вообще не пробиваю. Может это какой-то угар, но я его не пробиваю. Типа я стоял, убил его, я потом решил в ДК поиграть, типа, и убил ДК. Да как? Мне сало дали. Я не запитый. Я еще купол поставлю. Ставлю тебе купол. Есть демаш в этого в Retribution? Хорош. Ух, ебать, блядь. Все, я пошел, мне улететь надо. Давайте, ребят. Давай. Вот, смотри, мах ихний стать, я его прям в Долоране вот стою, рассматриваю. 233-й, кто он там, блядь? Fire Mach. Именно, блядь, нормальный Fire, блядь. Не FFB, блядь. 2-4, блядь, у типа. Сейчас, подожди, спинку на стуле подумаю, то что сижу, как-то неудобно.
2Т4, блядь. 2Т9, да? Или нет? Да, 2Т4, 2Т9. 32-е штаны вот эти, которые с оперы, понял? Хорошие, блядь. Ну, которые... бисовый дагер с жарку за, блядь. Или с кого он там падает? Ну, ты понял, 32-й дагер с сокетом. А, я понял. Ну, я с этого, с третьего босса. Ну да. В принципе, остальное, ну, как бы тут стандартное. Плащик этот, хасткрит. Шея с острова, запыш 32-й. Левая рука 32-я, жезл. Ну, он одет и весь охуенно. Единственное, что мне вот это у него не нравится, говнистое кольцо 32-е. Но оно с сокетом, но оно без хосты, понял? Крит, сокет, дух. В принципе, учитывая, что он играет в 2Т9, и он забитый почти весь в крит, то есть у него там крита под 50%, блядь. Под щитком, под своим, под интой. Ну, если у них там половина гильдии так одета, то как бы, ну, за что тут думать, как его нахуй не убивать? Да. Ну, мах этот одет, ну, как бы, очень неплохо. Понятно, что это не волшебник, у которого там почти все нахуй бисовое. Так, 24 часа это, да, назад было? Да, они в 12 часов ночи убили его, блядь. В 12.05, то есть, блядь, они его убили, сейчас у нас сколько, 8.8, то есть 20 часов назад убили. 20, да. Так, копыта ночная погибель. А, Джараксу шахматная погибель. Алдаон наблюдатель, Энзо, ебать. 5.51, если чё, они, блядь, чуть в берсу нахуй не уперлись. 12-й попытки убили. 5.51, ебать, в овергире. Ну ты понимаешь, в чем прикол Алгалона? Там нужны, блядь, не так сильно крутые ДД, как нужны, блядь, очень сильные хилы. Там основную задачу делает, это нужен очень сильный, блядь, ДЦ, и очень сильный нужен, блядь, АОЕ за хил. То есть нужны либо два хорошие РШамы, либо два сильные РДРУ, блядь. Все просто мгновенно подавали рейд. Челы в овергире в этом, в берсу, блядь, упираются, а мы до третьего сурового убиваем. Тут, скорее всего, блядь, они упираются в берсу, потому что у них, блядь, дохнут люди. Ну это возможно, это факт. Я когда смотрел, у них хилы, у них КД кто-то не заходит. Ты же понимаешь, что реально там ДПСа хватит даже 220-го гира, если сделать все по тактике. Ну сейчас да, ну типа мы до третьего сурового убиваем его вообще там. Мы там просто его сейчас нахуй ваншотим, нахуй. Мы его там убиваем, блядь, быстрее, чем за 5 минут. Там 4.40 или, блядь, что-то. До третьего сурового мы его убиваем, вот как раз третий суровый мы убиваем его. Ну третий суровый когда? Я же говорю, на 4-й минуте? Ну, 60-60-60, подожди, сейчас. Нет, 90-90. Ну, 4.5 минуты. А, 4. Почему? Это 5-я минута. 6 где-то. Минут. Нет, 6 минут это, блядь, берса уже будет. А, ну да, 4. А вам какой надо? Третий, ну, третий. Ну, если 90 секунд. 90 секунд это 1.5 минуты. 1.5 плюс 1.5 это 3, еще плюс 1.5 плюс 1.5. Я говорю, мы убиваем. Секунд, а, мы его до убиваем. Ну, это что-то, блядь, вообще быстро убиваем. Последний раз, когда убили, это у него кастовал. Он начал кастовать суровый, он сбил. Да, 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 у нас всегда, у нас скилл на суровом, типа. На третьем. Если никто не умирает, то ДПСа хватает, третьего сурового мы вообще не видим. Если 1-2 человека падает, понятно, это минус ДПС. Это нихуя да. Себе протпал, блядь, нахуй, полтишок хп, блядь. Красиво, блядь. С учетом, что у него триня одна не на стамину, а с Аниксии. Была вторая триня на стамину, вообще было 52, нахуй, если не 53, блядь. Black Snow, это что за гильдия, блядь? Черный снег. Блядь, логично. Ты уже все РБК закрыл или нет? А я хуй знает, говорят, 3 осталось. А ты с именно с лохами бегаешь? Ну типа пати нашел и все? Нет, с гильдии. У них, короче, в гильдии в нордах ливнула баба, которую волонир собрали. Вообще пиздец. Ну это нормально, блядь. А куда она ушла? Хуй знает. А какой ник? Skysong. И что, просто именно тупо, блядь, собирать ей волонир, она потом ливает? Ага. Да, она еще не хилит нихуя. А ну, ник, напиши мне этот ник. Ну, Sky Song по-английски. А, небо, песня. А, понял, понял. Небесная песня. Ага. Да пиздец.
А нахуя у шаману, блядь, собирали волони, блядь, что ебанат? Я не знаю, зачем они собирали, я пришел, они уже собирали. Еба конченый, блядь. Так она 236-я, нихуя себе, 2Т4, она, наверное, там всем рассказывала, что она всем даст, нахуй, блядь, да? Я не знаю. Слушай, ну я бы такую кобылу проскусил бы, нахуй, через 20 секунд общения, блядь. Хорош. Ну, я знаешь, когда, блядь, мне начинают, блядь, какие-то истории рассказывать, особенно на работе, блядь, знаешь, там, да я ж не специально, да так получилось, блядь, я вот это послушал человека, посмотрел его честные глаза, поделил все нахуй на 8, блядь, а потом понимаю, что, блядь, ну, короче, пиздёж. Я не, никто не знал, они еще говорили, ну, писали, типа, никто не ожидал, что наливнет. Так а в какой гильдии это было? Этот, Norse Mythology. А, ну до своего первого волонира она съебалась, да? Ага. Да. Красиво, блин. Ну, по хорошим делам, если бы мы со старта ходили и убивали у льду, ну, по максимуму хэ-модов, ну, то есть не то, что там, ну, блядь, это у нас не получается, мы забили хуй, а именно сидели, потели, и у нас всю неделю, блядь, это занимало пульда, и мы старались бы чисто закрывать хэ-моды, скорее всего, у нас уже было бы два волонира. Потому что железное собрание мы начали убивать очень нескоро в хэ-моде. Торима в хэме мы начали убивать очень нескоро. Фрею тоже там не со старта мы начали убивать, как бы, ну, и в обычке убивали. Ну, Мимирон, соответственно, то же самое. И реально это получается сколько? Раз, два, четыре босса в хэме, которых мы не убивали, блядь. Ну, такое. И утюга мы по старту там не всегда в хэме убивали. То есть там вот этот реально месяц, это там может быть осколков там 12-15, тут был уже бы второй, блядь. Я приду. Если так будет падать осколков, как вот последний раз падало по 5, по 6 за заход, вот я когда-то в рейде был, что на меня Тоха скинул, говорит, подели лут, пораскидывай. 6 осколков падало раз, 6 осколков падало, по-моему, 2. Ну, один раз Васи, по-моему, не было, забирал Саша как раз. А потом, когда без меня ходили вот на этой неделе, то Васек забрал 5, по-моему. Хорошо, что эйфории не начали собирать. Не, я от Валеры такого не ожидал, блядь, вообще. Я тоже охуел. И отмазка такая чисто лоховская, блядь. Угу. Ну он без гильдии, кстати, Валера. И не знаю, куда-то ходит, не ходит, блядь. Но у него последняя ачива получена 22 дня назад. У него, кстати, тоже, блядь, Иршам нормально где-то. В него 2Т4 отдали, блядь. Вот эти тоже, блядь, срезы, нахуй, жены этих срезов, блядь. Обиделась, блядь, она, нахуй. Не, я завалил ебало, когда она говорит, вы и так Владимиру даете все анролом, блядь. Я просто охуел, блядь. Анролом шо, блядь, латный грудак, нахуй, который только холипалу нужен. Блять, мне надо пару РБК сбегать хотя бы, блять. У них кто пати не собирает. Здесь.
Что такое, Егор? Деда Сешка, слава. Надо третий спек делать, ДЦшника, блядь. Интересно, как поиграть. А, я понял. Я понял. Заебал нахуй, сука. Я вот не знаю, зачем, типа, чел прыгает по гильдиям. Он не пришел на РТ, типа. Он думает, что его звать, типа, будут или что. Какой, ну, какой? Да, вот, видишь, у тебя ДЦ в гильдии использовал значок. Скуе? Да. Он у нас был тоже, посидел неделю и вышел. Да и хуй на него, блядь. Так, а что он... Я не пойму, у нас люди некоторые заходят в гильдию и из серии думают, что здесь уже все бесовые прям, блядь, и типа будут ему в него шмотанролом заливать или как? Я не знаю, что они вообще там думают. Не, я понимаю, что у нас есть люди тут бисовые, блядь, все остальное, но я, честно говоря, лучше подал бы какому-то стабильному игроку из нашей гильдии, который с нами тут с основания всего остального, на офспек, нахуй, шмотку, чем какому-то лоху, который только пришел на мейнспек. Ну, если это был бы какой-нибудь там Егор, ты там, я не знаю, или нечаянно, или там ArtStyle, кстати, куда-то тоже пропал в последнее время. Ну, он сработал, у него сработает хуйня. Он типа утром сидит, ну, в какие-то дни бывает, утром сидит, РПК закрывает и все, и выходит. Что такое, Егор? Слышишь, а у нас на этой неделе кто, получается, Т4 собрал? Егор, у него теперь два куска, правильно? Егор, да. И Вашка вот это, да, два Вашка, куска собрал? Да. Один кусок теперь есть у Ладомира, да? Да, по факту он ниже. Так, будет. А ну смотри, кто у нас теперь есть по факту с Т4 с двумя кусками? С двумя кусками. Хао раз, Егор два, Рога Тога три. Это Тывашка 4. Кто еще? А, Ауга, я знаю точно. 5. Нечаянно 6. Какой-то лог. Ну, лог так какой-то это... есть, но он с нами не ходил, но у него есть куски. Но он с нами не ходил, но он хочет третий пойти. Хорошо. Да, ладно. Палат с одним куском. Угу. Но один кусок у кого есть, их таких типа людей реально не дохуя, я так понял. Да не, я его хуй надо. Ну, у кого? Ну, это Ладомир, Малах. Кто еще с одним куском? Ладомир, Аверн. Малах, Аверн. Соловка. Так, а кто у кого? У Пука Дракона есть один. Вот, я пизда. Сейчас, кого еще? У 10-го Твина Вайда есть один. У меня на двух персах по два, и на ДКшнике башка. Да не хвастайся. А на паладине нихуя нету. Хочу на ретрика, блядь. Хотеть не вредно. Да. Тут очередь, блядь, на мейнов, нахуй, не на твинков. Так, меткость, крит. Это вот, блядь, как он называется с... А, так это я выбил с кары, блядь. А это похуже получается. Ну и нахуй. Там точно такие же, блядь. Там похуже статы на 10 где-то. Там одинаково. Там разницы вообще почти нету с карой. Там разница, а у Руа в 0 хуёв, ебать. А вот который с Фреей 39, да, там разница присутствует. Разница если есть, но я же говорю, там она просто минимальная, блядь. Ну те 32 с кары, крит меткость, охуенные штаны. Да. Разница есть, но она невелика. Ну, типа, не критическая. Но эти по-любому поинтереснее с кары. А те, что с Фреей падают, это вообще имба, блядь. Только они нам, блядь, еще ни разу не упали. Да, они, кстати, ни разу не падали. Но я тебе скажу, вот эти штаны, которые с Фреей, они почти не отличаются за штанами с кары. Вот там реально нету разницы. Ты на ком сейчас? Я? Да. Я вообще, я сижу просто так на кресле, обвалившись. Черным экраном. Седры, Егор. Я сижу кайфую.
Я что-то не вижу разницы, блядь. Есть разница? Ну то что я говорю, что нет. 3-4 интеллекта, блядь. И на 39-х даже СПД меньше, чем на 32-х. Вы умрёте. Ну такое, блядь. Это будет красивая победа. Конечно, блядь, кондёры ебейшая триня, блядь, нахуй, пиздец, блядь, 300 крита, нахуй, блядь, на 10 секунд, супер вообще, блядь, как и 300 хосты. Причём у тебя 20 секунд хоста, блядь, у 10 секунд хоста, потом 10 секунд крит, красиво, блядь. Ну это реально можно по 230 одеть твинка, блядь, если на нее надо цепить 5 шмоток Т9, кольцо 32 скары, типа, блядь. Все остальное с РБК выбил, блядь, он почти 230. Да сейчас ебать твинок можно одеть, там с РБК такие хорошие, ну такие же шмотки, как и с сульды, типа, но немного хуже. Ну да, я сейчас за то и говорю. Ну, только надо пати, чтоб тебя вагонили, блядь. Так а чё, ну не обязательно, чтоб тебя вагонили, ну... Две-три шмотки можно там купить, саука какие-то более-менее, блядь, такие. А вот завагониться куда нужно, это типа, блядь, я не знаю, раз в ульду, блядь, в десятку, в 25-ку. УД у тебя уже там, блядь, плюс-минус что-то будет, плюс какой-то ты шмот уже маломайский выбьешь. Тем более этот шмот, который БУЕшный с ульды, он сейчас вообще нихуя не стоит. Нихуя не стоит, я, блядь, фрей шею продал за 15. Какую, 26-ю? Да, да, да. Ну какому-то ждал боёбу. Ну да. Он типа с твоей гильдии, блядь, собирал с пати на РБК, что-то у него не пошло, он к нам пришел хулипалом, блядь. Чё, этот Холидес? Оптикс какой-то. А, ты в РБК пошёл, да? Это, блядь, экзал ты дал, блядь. Сварда. Он ГГП сидел. Ну вот у нас тип какой-то левый пати собирал, он был танком, у нас был какой-то кто-то, блядь, какой-то друид еще. Вот он добрал сейчас шамана, и сейчас, блядь, добрал этого типа. А у нас шаман хилом идет, этот тип ретриком. А, это типуля с нами ходил в РБК. А, не, не он. Просто за трансмут, походу. А можно агро держать?
Марик, ты что, живой? Thank you.
Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа.
Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа.